Привет! Те, кто играл в Warcraft 3, помнят эту безупречную озвучку персонажей, а в частности, озвучка принца Артаса. Предлагаю посмотреть, как тот голос из моего детства звучал бы в игре Hearthstone. Во имя правосудия. Артас и Горош! Победа или смерть? За честь и отвагу! Давненько не виделись. Отличная работа. Благодарю за помощь. Великолепно. Это какой-то кошмар. Поздно просить пощады. Не хватает маны. Теперь я действительно зол. Я буду сражаться. Давай сначала убьем его. Я сделал все, что мог. Это невозможно. Беда в том, что актер, чей голос мы сейчас слышали, а именно Владимир Владимирович Вихров, погиб. Аж в далеком 2010-м я лично узнал об этом, буквально когда начал делать ролик. Спасибо ему за его творчество, а вам спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайк. Всего доброго!